комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев и коллега Константин Генич работают для вас. Похоже, матч у нас сегодня будет отменным. Ни один тренер не станет преуменьшать важность товарищеских матчей. Это главная возможность проверить состав в боевых условиях и дать игрокам сыграться. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего. Комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев и коллега Константин Генич работают для вас. Похоже, матч у нас сегодня будет отменным. Ни один тренер не станет преуменьшать важность товарищеских матчей. Это главная возможность проверить состав в боевых условиях и дать игрокам сыграться. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч. Сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев и коллега Константин Генич работают для вас. Похоже, матч у нас сегодня будет отменным. Ни один тренер не станет преуменьшать важность товарищеских матчей. Это главная возможность проверить состав в боевых условиях и дать игрокам сыграться. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч. Комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев и коллега Константин Генич работают для вас. Похоже, матч у нас сегодня будет отменным. Ни один тренер не станет преуменьшать важность товарищеских матчей. Это главная возможность проверить состав в боевых условиях и дать игрокам сыграться. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч. Сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев и коллега Константин Генич работают для вас. Похоже, матч у нас сегодня будет отменным. Ни один тренер не станет преуменьшать важность товарищеских матчей. Это главная возможность проверить состав в боевых условиях и дать игрокам сыграться. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч. Комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев и коллега Константин Генич работают для вас. Похоже, матч у нас сегодня будет отменным. Ни один тренер не станет преуменьшать важность товарищеских матчей. Это главная возможность проверить состав в боевых условиях и дать игрокам сыграться. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч. Сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев и коллега Константин Генич работают для вас. Похоже, матч у нас сегодня будет отменным. Ни один тренер не станет преуменьшать важность товарищеских матчей. Это главная возможность проверить состав в боевых условиях и дать игрокам сыграться.
Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч. Сегодняшнего матча тут все просто. Георгий Черданцев и коллега Константин.